Ставим на запись. Ну что, всем добрый вечер или утро, или день. Продолжаем. Ну что, ты готов, Жумбус? Да. Пинг 18. Ну, иногда 16. Ладно. Погнали. Тур-тур-тур-тур-тур-тур. Вот, понимаю, что не лагает, но... Фьюри. Оп. А. Давай. Ладно. Бибибибил. Нет. Ой, блин, стоп, минус поставил. Нормально там что-то? Все замечательно, сейчас развалюсь. Блин, я только хотел тебя пропустить. Ладно, ничего. Нормально. У меня есть. Ладно. Тр-тр-тр-тр-тр-тр. Провай. Ой. Еще. Давай туда. Да. Ай-яй-яй. Так сказать, проезжай. О! А это откуда здесь он? А он первый ехал. Первый ехал? Я думал, он последний там ехал. Не-не-не. Ну-ка. Нормально, там еще мину положу. Нормально. Но зато не лагает хотя бы. Может, чуть-чуть только как-то подлагивать, но это, наверное, из-за... Нет. Я только так хорошо повернул. Денежку. Блин, что за трасса? Это та, которая передел. Ну, она отзеркалилась. Белый полетел. Ой, у тебя там пару. Вот. Блин, опять я посел. Ой-о, куда я? Куда-то в елочки и пушечки. Он напоминает трассу с этого, с инфо. Я узнаю, что она там напоминает. Есть чуть-чуть. Потому что там летит чуть-чуть. Блин, я улетел. Так, давайте сюда. Да там... блин, насрал тут мин! Немного? Блин, скорпион. Ой. Опа. Блин, это зацепило. Да. Мы, наверное, знаешь, из-за чего подлагивают? Из-за того, что... Из-за того, что опять у меня в спящий режим все... Ушел? Ушел, куб. Не бывает... Ушел. Да, не бывает подлагивает. Ну... Не потому что... Потому что надо... Надо винду обновлять. Да, надо перезагружать просто. О, да нет. Нормально. Винду обновлять. Ну ты не долетишь. Ну тут долетел. Лишь бы не перелететь. Чекпоинт. Ага. Это да. Пиу-пиу-пиу. Нормально. Ладно. Пиу-пиу-пиу. Тут хорошо, кстати, был. Ой, ё! Ёпа, ну что я делаю? Хорошо. Чё тут? Вот негодяй. Ладно.
Я упал. Копьё. Блин. Тут это, конечно, вообще доёбал. Вообще не в тему. Да, чуть-чуть подлагит, надо это, знаешь, что сделать? Ну-ка. Я кое-что сделаю. Надеюсь, меня это не врубится в записи. Вроде не должно. Не знаю, посмотри. По идее, не должно. Ну-ка. Меня не врубится. Оп. Должно быть нормально. Ты щита что ли нету? Щит не использует. Он экономит, наверное. Экономит? На щитах? Ой, блин. Уи! Да, нормально. Все, Равага подъехала. Ничего, ничего. С того, что ты там едешь? Да, блин. Нам все пули попали. Так. Все по минам. Ай. Так. О, нормально. Блин. И это не дается мне. Тр-тр-тр-тр-тр. О, нормально. Да ну! Блин, я с этим улетел. О, давайте, езжайте. Один туда, другой туда. О, не пристрелил. Блин, ну, где упал? Ну, хоть так. Биби. 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 Стартуй. Думал, что станешь? С ботами, не? Стартовать. Интересно, стартовать с ботами. Ай, мин. Да. Еще одна. Что же тут это? Уи. Ну что, на Равага, блин. Ай. Нормально, они там своего. Ставишь там мин. Ны. Так. А, блин, ну немножко не стрелял. Нет. Осторожно, там на стрелке. Да, нифига он. Да, что-то. Ой, блин. Да я этим что-то... Ну смотри, тут, там непонятно просто. То ли ты едешь... Да я вместе с ними едем. О, блин, я тут уже... А, шел вон. Я там уже стрелять не сюда, там нет никого. Я что-то... Вот в этот раз. Ну тут стартанешь. Да. Это разве моя... А, да, это та моя трасса. Блин, она тут... Не, в первый раз я прыгну. Да. Неплохо так. Так, в обратку это. О, тут Дэн Джонсон. Ай. И вся попал. Да, что-то... Походу, да. Ладно.
Ну я упал. Пи-пи-пи-пиу. Блин, тут, конечно, тут царь гор намутил. Да, тут целый. Для этой трассы как вот довольно-таки сложно. Тем более в эту сторону. Пантера чуть-чуть. О, нормально. Долетел, думал не долечу. Оп. Это на стрелочке? На этой? Не, на этой горке не пернул. А. Биби. Биби. Я будем скорпиона брать. Хорошо. Ну чё ты, царь горка? Царь горка? Ай. Где тут царь скорпиона будет? Ваня! О, долетел. Долетел? Неплохо. Блин, не дали проехать. Так, едешь? Лену никто не хочет брать, да? Никому не интересно. Нет. Ай. Да. Держите, мин. Кто-то пишет, ну. На меня никто не пишет. Ну понятно. Тебе никто не пишет, мне все пишут. Блин, а мины. Целая куча. Твои, твои чуть не попали. Да я не успел развернуться. Написал там. Иби. Ну-ка. А, там тоже там писал. Ну. Так, ну-ка. Надо. Так. Давай туда. Да, бля. Минимум положи. А, ну это у них нормально тело. Ну тоже положим. А я упал. Я вылетел, у меня ракету дома вперед. Нормально. Ой, блин, а. Ой, что я делаю? Я столкнул. Хорошо. Туду. Туду. Кто здесь? Фантом. Фантом Уанса. Я вижу, тебе понравился тот момент, когда ты так отлетел, да? Миш. Да. Ну, блин, если бы засчитал бы еще, вообще было бы хорошо. У меня был такой момент тоже, но мне засчитало. Ну да. Просто я немножечко под другим углом. Полетел. Ну это нормально. Только не защиту, да, тогда. И между прочим, я обогнал того, кто мне эти мины поставил. Да блин. Я вырвался. Нормально. А еще 200 очков. О, этот раз. Да, вот этот. Ку-ку-ку-ку.
А, я аптечку взял. А, да, нет, Равага, нет! Тебя, Равага там заталкивает. Так. Туда давай. Нет? Да, её корни. Нет, у нас нет дома. Короче, там просто догнали, вдвоём расстреляли. Эти могут. А вы что, там проходите, да? Да, мы проходим. Да. Микуха, ты случайно мое сохранение удалил? Нет. Наше с тобой. Не, я это вообще не трогал. Да, он на другом роме. Я в него-то не играю особо. Без толпы. Блин, как бы мне их тут... Осторожно, там... Ага, по мне стреляешь. А не помню. Давай, я там, правда... Серого тебя оставил. У меня хп мало было. Ну, у нас перелет. Да. Ой, это не перелет. Да бери, бери. Не ошибешься. Сейчас возьмем. Покрасим какой-нибудь красивый цвет. Синий, например. Цвет Андре. Это цвет Андре? Это не Андре. Андре, говоришь? Да. Антох, сколько у тебя там, кстати? Так и не сказал, сколько у тебя. В камилке счет тоже. В камилке? Да. Да, надо заходить смотреть. Ну, если хочешь, могу при тебе попроходить ее. Чуть-чуть попробовать. Ну, можешь, конечно. Могу смотреть тут глазом. На другой монитор. Отлетел такой. Ай. Красиво смотрится тут чинить копьем. Ну это ж новый синий цвет. Угу. Не надо. Да. Блин, да что? Мин поставит. Блин, скорпиону привыкать надо. Ничего. Ну вот, сейчас отключил. Хорошо. Я протащу. Так что. Ладно, езжай. Да я упал, я только. Сейчас, меня тут просто. Блин, прострелили. Негодяй. Давай. Так, одного... Блин. Я вторую мину не эту. Ой, я прострелил его под финиш. Хорошо. Только я не успел. Ну-ка, сейчас я там на второй монитор сделаю. На пятый сделаем. Быстро. Не, на пятый я не буду. У меня столько... У меня всё три входа. В видеокарте. Так, ну-ка. Эп. Опять... Снова не получается пока что. Снова не получается? Интересно, а где... А, ну ладно, сейчас знаешь, как сделать? Что делаем? О, здорово, Витя. Да мы тут плюшками балуемся. Ох ты. Какими плюшками? Да. Так. С Женьком проходим масти на зеркал. Все же должен быть. А я хардкор прохожу. Да, Антоха супер хардкор проходит. Хуйся. Хуйся. Ой, куда я? Мне сейчас надо в самый... Да, в самый назад. Уи. Ладно, ничего. Так,
А, только потом, то, кстати, я потом тоже ливнул после тебя. Надоело? Да не то, что надоело. Начали там на меня гнать, начали там на меня гнать по полной программе. Гонщики. Какой я там хороший, блин. Ну ты даже докосячил там и начали, да? Ну, как всегда, вот на этом счастье. Нормально. Ой, блин, а. Блин, да. А как на меня так. Федя бомбил, помнишь, да? Да Федя вообще там, да. Не, ну Федя, конечно, да, он... жестко. Тебе да, так... Ты даже слышал, да? Не, ну я слышал, да. Просто по-черному уходил. По-черному. По-черному. Так. Чему? Особенно под лагине были, как я там горел. Да, просто чувак надо было поменять. А мне никто не верит, блин. Тебе подлагивать, не? Да. Ну а чё? 104-й сервер выбрали. Но. Мне на 186-м нормально работало. 185-м? Здорово. Здорово. Ребята, так соберемся. Чё здесь? Что здесь? Да здесь много. Дядя Женя катается, да? Да я тоже с ним. Угу. С дядей Женей. Да, блядь, стрелка. О! Да, тут кататься. Ты прошел? Кто Камилу? Что? Нет. Что прошел? Супер. Первый экран. Нет. Сколько часов? Да, кстати, покажи счет, сколько у тебя там. Ну-ка. 3 часа? Ты сейчас 100 смертей? Нормально. Я это да, это конечно нормально. А ты, Миклуха, за сколько первый раз прошел эту первую карту? Ну, где-то у меня часов. Здесь скажу. Ну, может, часов. Лет точно 5. Не помню. Может и 5, может и меньше. Но мне кажется, меньше. Мне кажется, я часа за 3. Так вот прошел. Ну, да, долго мучился. Да, но у меня меньше было смертей там. Попыток. Ну ты просто, видимо, думал больше. Может быть. Думал больше. Вдвоем проходит? Да. Угу. Не, ну, жесткая херня. Да, но это у него, как видишь, это самый легкий экран. Ой. Не, вот там надо посидел там полчасика-часика, отложил, а так подряд сидишь. Я как раз подряд сидел, потому что я понимал, что это очень жестко, что это надолго. Это хардмод там проехал, одну-две попытки, все, дальше хуже. Ага. Так у меня хардмод тут... Хардмод попытки? Ой, что я делал? У меня тут тоже, знаешь, такие ситуации были. Что, например... Вот у меня у меня там атака, ну, к примеру, там одна атака, она медленно называется, вот, он, например, там 8 часов играешь иногда, и ни одной медленной вообще нету, ни одной, ни до одной не доходишь. Ну. А там рандом, что ли, или что? Нет, там, ну, как тебе сказать... Что-то там рандом, да, но в основном там атаки, они все по большей степени... Ну то есть надо дожить до медленной, типа так, да? Да, дожить до медленной надо, вот. Да и... И поэтому столпа собралась, а ну плюс уйти. Толпа! Ага. Ну, кстати, уже сыграли бы. Толпа! Здорово. Собрание какое-то? Да, собрание. Вот ждём. А чё, все те же? Глухо плюсуем у тебя. Сейчас вчера. А чё все те же? А, все те же? Собрание на турнир, короче. Собрание все те же. На турнир. Собрание по принципу идти не идти, да? А то сейчас Федя выбежит. Снова на меня бомбить начнёт. Может быть, всё может быть. А ты не обращай внимания, да? Да. Вы же слышали, как он на меня это наяривал, а? Да. Ты ядрёшь, смотри, что такое? Нет, тебя не слышно.
ничего не слышит. Ну-ка, ща плюс. А он спрашивает. Глухо, плюсуй заново. Ща. Чё там? Данте тоже плюсуй. Все, плюсуйте. О. Плюсуйте, бля. Чё, кто мне там написал? Опа, опа. Он Андрюс будет сидит. А, ну, да, армирует. Я плюс Андрюс. Армирует он. Тут и так полный игроков дофига. Ой, Андрюшка. Серега тоже. Скрипач не нужен. А ты что не плюсуешь, Дантушка? Он со мной играет, не плюсует. Оп. А ты заплюсанул. Я плюсанул. Эп. Кто там? О, Антоха. У вас Арс плюсанул. Ну, сейчас... вот сейчас. Кидус да. Плюсует, и как вчера играем, да? Или Шурикен? Или Шурикен. И... ворвется. Да ну. Ну чё? Да опять вот на этом же месте. Ой. Где? Да нормально. Где вот этот выдвижной шип? А. Ну это классика. С этим выдвижным шипом. Вот, так чё они? Да. Не договорил. Так вот, бывает то, что... реально, сидишь 8 часов, ну было, и ни одной медленной. Вот. Ну это так же, как в принципе в хардмоде, тоже там где-то проходишь, ну... и... о, и Шурикен, как ты сказал, бой. Да. Вот. Шурик, вот. И... поехали. Поехали. И все, короче... что ли, собрались? Все, да? Все, да. Конечно. Я, короче, слышал, бывает не одной медленной. Бывает раз там за 2 часа, например, 3 медленных. Вот, то есть, бывает вот так вот. Причем, реально, там, рандома. Ну как, немного. Он есть, но его немного. Ну, он не сложен. Блин. Ну ладно. Хоть так. Кто там? Ой, ё, у меня... Что у тебя? У меня сегодня... что-то мне команду сегодня такую дали, короче. Что такое? Ну, такой команды еще никогда не было. У вас плюс 80, там, рейтинга, все нормально. Да. О, Микуха! Давай затащим, а? Да, попробуем. Ой, да ладно, Рокич, блин. Наконец-то он против тебя, да, будет играть? Да ты чё, ты знаешь, как у него там подпекает, а? Он знаешь, наконец-то он сможет отомстить за все. Вот-вот, я тоже подумал, сейчас он будет зол, я знаю даже до кого. А, нет, блядь. Он не меня зол, ты понимаешь, будет, я знаю, потому что он... опять в прошлый раз у него реально подгорело. А знаешь, как получится, как с Данте будет потом снова 2 февраля или января там чё? Он сейчас возьмёт и поедет. Я сейчас возьму и поеду, да? Да, грей же. Ай. Блин, скорпион попадает. А если я поеду с Микухой на перевес? На перевес. На перевес? Ты не поедешь далеко. Ты так думаешь, а? Ну, если Микуха тебя выпустит и будет прикрывать, можешь поехать. А без Микухи не поедешь. Да. Ну, мне сложно будет с вами с тремя. Ну, видите, там ладно, там одолею как-нибудь. Но вот с двумя вами... Ну, у тебя Шурик есть. Ну, да, у меня Шурик нет, есть. Ну, подожди, я, например, с Эль Матадором смогу, например, справиться. Вот. Окей. Не, ну... ты его недооцениваешь. Да шучу я, конечно, чё ты. Это прекрасно, когда брат тебя не подсел. Я отвлёкся. Я тоже, я отвлёкся. Так, сейчас никак. Нихуя, сейчас так слышно. О, здорово. Здорово. Как вы, чё, где вы? У меня есть... Чё там по игре скажете, мои? Так, ваши дивиды, я дисконт слышу, короче, бля, я дисконт, я свой аккаунт, как голосу ни хера не слышу. Ребята, а сервер какой? Адам, тебе что-то слышно не очень. Да, да, у тебя что-то плохо связь. Да. Ты вчера. Вы хотите, чтобы у меня вообще все перелагало тут? Ну ладно. Нет. Здравствуйте. Запущу. О, а так как получше. Да, это у меня наушники новые, купил себе в этот приток, как это, как AirPods же есть. Ага.
Этот, как ты пройти там, я Богмар что-то пройти не мог, типа, у меня был там два союзника, у меня что-то было, типа, а почему, как это, допустим, я, очков у меня больше было, а что-то у них мало было очков, у союзников, у ботов. А. Им именно Богмайре что-то меня моросил, эта фигня, короче, бля. Ну, смотри, боты, они обычные, союзные, они фигово едут. Обычно. Так что, ну, там я два бота выбрал, я, ну, вообще там убил, я там вообще их ботов я убивал, короче, чтобы первым прийти. Постоянно так делаю. Там нужно их как-то протаскивать. Понятно. Ну а тогда я тоже я вот и улучшал, вот там вообще вас межбуханка вообще как будто читерный, вообще реально. Прям вот самый быстрый, это Вазик Буханка, это самое хорошее. А где вы стримите? На каком канале вы стримите? Я уже не могу себя найти даже. Ссылка есть? У нас есть вкладочка, там стримы, и да. Вот там они водятся периодически. А там именно стримы сейчас есть? Вкладочка. Сейчас нету, ну скоро будет. Ай. Да там этот бот, я не знаю, блин, купит или... Я, а почему, когда ты играешь на West моде, там против, ну, играешь на мастере, почему эти вражеские боты, они переодеваются в другие вот эти машины, там и в Dear Devil, там вообще, блин, как будто, не знаю, блин, жопа целая происходит. Даже идут у меня, говорят, ну, правильно, в огнемет стреляют, блядь. Чё так может, почему это, да, моросит, блядь? Или так должен быть? Да, нормально так всё. Так должно быть. Быть. Да я на ВАЗике еду, там я меня вот те гнёмы там херачили дирдейл. Осторожно, там мины. Один круг, короче, знаете как было? Нормально, и тандер, и мордёр был. Трёх рук. Там дирдейл вот эти были, эти жуткие, блин. Трудно бывает. Едешь? Именно мастер самый сложный был вариант. А нет. Ну не самый. А руки... Не, там руки тоже как сделано самый хардкор. Ну это самое сложное, самое легкое была же, что в оригинале. Ой, там мина. Блин. У меня хп не было. Давай, может. Ну это вы что, катаете уже, что ли? Ну мы прохождение чуть-чуть так. Мы ждали. И... Так уже все позаходили. Да. Ну тут давайте там создавайте все. Мы уже все создали. Создали? Да, там еще Серега стрим не запустил. Да, Серега еще должен стрим запускать. А где еще хаки можно найти версии 17 альфа 5? Альфа 5? Да, чем тебе альфа 5, когда альфа 10 вышло? Ну. Норумхак 2 года прошло, он стримил альфа 5, по-моему. Вот, типа 17 альфа 5 там, короче. Альфа 5 старая версия. Не, она есть вообще? Только есть на нее? Не, ну может там по порядку идут как-то. Не поспевает. Ну, если есть, иди мне личку попасть. Ой. Ты найти что-то не мог, это только пятый. Да. Какой сер... А чё вы про Тидуса? Он вообще не в катке. Ой. Да он стрим настраивает. Но он же не играет. То есть не играет. Да. Он не плюсовал? Нет, да я просто буду, короче, так, транслирую. Ага. А кто там тогда еще? Пусть... А, там места Север-то какой? Да какой-то. Да какой-то есть сервер. Непонятно какой. Нет. Не, Миша, зачем? Да, зачем? Да там неудобно было. Ну, это... Ладно. Это давай, перелетай. Да. Я думаю, на этом все. Пока. Думаю, гуд. Да. Так. Надо Руслана спросить. Спроси Руслана. Так. У него в основном лагает. Так.
Или вы на каком сидите уже? Нет, вы не да, сидите, мы вообще на 151-м были. У кого на каком не вагает? Антох, у тебя на каком-то влага, ты говоришь, на 104-м? Антох, ты тут? Испарились, а. Так. А эти там втроем что делают? Не знаю. Кто втроем? А. Тактику обсуждают. Тактику придумал. Да. Хоть меня, хоть нас. Уже придумаю такие сейчас скажут. Давайте так. Ну, в принципе, можно смайлить. Они могут. Последняя-то какая? К2 или Т? К2. 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 Адам, а зачем тебе вот это вот, пятая версия-то? Да, хотел в нее поиграть хотя просто. Просто релиз же 10-10. Ну, 10-то я почти там до Богмайера дошел и потом что-то уже... Что-то не пулюсь ни хера пройти, ее нормально. Я решил там на ВС-моде играть чисто и все, там на УАЗике катаюсь с буханкой. Но буханка она самая, бля, охуенно чистая. Ну, не самая, как-то там... Не, ну там, ну там там мародер на нитро, там, там вообще мародер медленно на это нитро катаешься, вообще медленно он. Это разброс, блядь. Мародер. Буханка и мародер. Реально там мародер самый медленный, блин, и этот. Ими когда нитро ему добавляешь, вообще еще медленно катается, блин. А у него нитро порезано, у него нитро же. Слабее, чем АБ. А почему? Так сделали, чтобы он. Не был такой же, как АБ. Я тебе скинул в личку вот последнюю версию мода. Там разархивируешь. От души, братишка, спасибо. Сейчас вам скину ссылку на мой канал. Там тоже я руком рейсинг записываю. Сейчас вам скину. Да я видел, кстати. Ну у тебя там что-то прям вообще странное. Я смотрю, у тебя какие-то то качество плохое, то еще что-то. То вообще какие-то странные видео. Рандомные. Ну, скинул ссылку на... Ну, я видел. Вот, скинул ссылку на мой канал. Там вот, руковый рейсинг записываю, чисто руковый рейсинг. А ты чё не выбираешь, перса? О, ну, потому что... Какой сервер, блядь? Да, вы за какой херн знает, на каком сервере. 104-й, как и вчера. 104-й? А там же Антохи лагает. Как лагает? Не знаю, Антоха у тебя лагает? Здесь? Ну, что-то нет. Ладно, давай на 104-й, короче. Так, какой там у нас это? Давайте не будем менять, это уже все уже включено. А ты на каком? Окей. Который был вчера. Ну, вчера давай. Ладно. Так, окей. Я скинул в сборе. Да, у меня есть. Как бы. А где Миклуха? А чё Миклуха отключился? Да здесь я, здесь. А, вижу. Здесь, так что все норм. А чё ты хотел-то? Да ничего, просто мы ручку ты пропал. А, да не, какой у нас тут игра, куда я? Ой, я на ком покупать, я тоже подбираю, хочу, блин, на ком все покупать, блин. Ну, купи. Так, тейк. Надо, блин. 4. Надо. Так, чё брать-то? Чё забрали-то? Оружие никто забрали? Где стрим у вас, где стрим проводите? Или вы не стрим не ведете уже? А вон, зайди в это. Видишь вкладка стримы слева в Дискорде? Вижу. Вот. Вот там. Да,